вчера утром в поликлинику сдавать говно. Зима, темно, еще в спичечном коробке лежит оно. Иду как робот, дубак пиздец, не выспался совсем. Настроение так себе, на волне своих грустных тем. Тёлка галима не дает, вторую неделю кончился план. Собака щемится из-за угла, за ней на поводке какой-то баран. Четыре огромных мента мнут две кавказские ксивы напротив обмена валюты. Рядом жесткий синий махач, день по всем приметам начинается лютый. Хуякс, вижу, дорогу переходит Димон, нормальный чел с местности. Димон меня сытый индусиком раскурил и резво скрылся в окрестностях. Меня вставило не по-детски, и я отправился с говном идти дальше. Иду себе, вспоминаю пиздатое из того, что случалось по жизни раньше. Вспомнил первый прыжок с парашютом, недавний оттяг в Египте. Вспомнил, как кончал Катюхе в варежку, ее сладкую жопу в лифте. Вспомнил, как бывало заебись, когда Зюзе бывало немерено. И про то, что я многое в жизни делал вполне уверенно. Дошел до поликлиники, отстоял в очереди, сдал кал. Вернулся домой, чай с сахаром, два бутера поссал. И все вроде ничего, но надо бы вырубить ганджубасика. Без ганджубасика пускай живут в пруду тупые карасики. Осуществил несколько звонков, грамотно разрулил ситуацию. Через час все должно приехать, спасибо моей репутации. Привезли убийственный гидропон, у меня осело грамм 10. Сижу, надуваюсь, ебошит злой рэп. Меня больше совсем ничего не бесит. Какой же я молодец, что никого никогда не слушался. А то бы был сейчас нервным программистом, ушлым камевояжером, цепким менеджером, скучным веб-дизайнером, крупным акционером, мелким лавочником, трепетным сектантом, глупым политтехнологом, продвинутым рекламщиком, продажным журналистом, веселым интерьерщиком, лучшим инструктором, средненьким телевизиончиком, нормальным методистом, плохим агентом, хорошим дилером, глубинным психологом, дорогим диетологом, взвешенным социологом, доебистым юристом, вязким переговорщиком, криминальным нотариусом, отвязным консультантом, резвым синхронистом, мудрым советником, милированным модельером, цепким банкиром, продуманным антикварщиком, неприметным брокером, гламурным фоторедактором, негодяем-промоутером, лужковским архитектором, извращенным преподавателем, садистом-стоматологом, умелым управляющим, успешным издателем, исполнительным продюсером, коррумпированным чиновником, тихим трейдером, истеричным стилистом, генеральным директором, основным инвестором, улыбчивым ресторатором, системным аналитиком, теневым бухгалтером,